чтобы уйти от одного соперника, оказалось их двое. Ух, мощный бросок сейчас в такой позиции, причем расстрельный. По-моему, снова в своего попадает канадский защитник. На сей раз это Коди Сесси. Стрелял контрвыпад. Хорошая передача. Просто здорово. И здесь, с одной стороны, конечно, молодцом автор гола. Ну, автор гола всегда молодцом, как не похвалить Антона Злобина. Но очень-очень хорошая передача на Ильи Якупова. Досталось сейчас канадцу Лукасу Лессио. Давайте посмотрим, что там с Лессио происходило. Да, Лессио попал в колено, попал Коди Сесси. Лессио здесь пострадал. Как говорится, без вины виноват. И даже вот сейчас на общем плане, если еще один повтор будет, можете посмотреть, как там отчаянно пытался из последних сил Лессио докатиться до зоны, но не успел. Ну что, сборная России еще раз продемонстрировала то, что она показывала в Ярославле во втором матче. Вот видите, Лессио без посторонней помощи даже добраться до лавки не может. Ну там просто расстрельный был бросок, конечно. В упор с близкой дистанции. Жалко парня. Из города Кленовый, как я вам уже говорил. Ну, может, и вернется. В любом случае, будем надеяться, ничего серьезного с ним не произошло. Ну, а сборная России...